Сегодня 16 апреля, и я нахожусь на Царицынском пруду, это в Москве. Здесь гнездятся чомги, или большая поганка еще называют этих птиц. Поганка, потому что, наверное, невкусное мясо, они питаются рыбой, и как все птицы, которые рыбой питаются, у них мясо на вкус неприятное. Но самое главное это то, что здесь, в черте города, большие поганки позволяют фотографировать и снимать себя на видео без всякого укрытия прямо с берега. И вот, вооружившись своей фототехникой и маленькой видеокамерой, я снимаю дополнительные материалы по размножению чомг. Сейчас у них вовсю идут брачные игры. Они делают небольшие помосты из растительного материала на воде по кромке берега, по кромке зарослей тростника и рогоза. И на этих помостах самка предлагает себя к спариванию самцу. Для этого она забирается на небольшой помост. Кстати, на нем потом же будет делаться гнездо, как правило. Горбится сначала, а потом ложится плашмя, вытягивая голову. Самец некоторое время должен морально подготовиться, взъерошив перья на голове. И потом происходит спаривание прямо на этом, на этой площадочке. Помимо этого, они еще и делят территорию пары между собой. Вот я сейчас смотрюсь, в принципе, по-моему, все пары сформировались. И единственная забота их теперь это охранять вот эту площадочку, на котором потом планируется откладывание яиц и выведение потомства. Иногда даже происходит своего рода соревнование по спариванию, когда на двух соседних гнездах самки одновременно предлагают себя своим самцам. Видимо, таким образом они закрепляют место и как бы демонстрируют, что площадочка занята. Мне удалось сегодня снять как раз такое одновременное практически спаривание. Ну, по крайней мере, самки практически одновременно себя предложили, и с небольшим разрывом сначала один самец спарился, потом второй. Это, конечно, удивительное зрелище. Очень красивая, манерная, и самому процессу перед спариванием и после спаривания все это сопровождается определенными ритуальными действиями. После спаривания обе птицы могут взять растительность, и с этой растительностью они танцуют, вытягиваются вверх, поворачивают головы, стараются делать это синхронно. Это выглядит очень забавно и красиво. Это так называемые танцы чомг.